Вот я предприниматель, наша компания платит налоги. И иногда, когда мы платим, там, скажем, 100 тысяч лей, это ощутимо. Потому что мы знаем, что мы работали для этих денег, и мы просто должны дать эти деньги государству. Помимо этого, каждый наш сотрудник платит налоги уже из своей зарплаты. И мы платим свою часть. То есть мы налоги платим очень большие. А как тратятся эти деньги, это непонятно. Потому что у нас есть, в принципе, есть счетная палата, но чтобы как-то граждане могли контролировать, там, узнаем, что в каком-то районе там, купили новые машины. Вот в Конституционном суде сейчас 5 новых машин купили. Там разные деньги, это миллионы лей, которые тратятся непонятно на что. И людей не интересует это. Им интересует, чтобы их политик был во власти. А то, что сейчас реально вот 125 миллионов лей, это разделить на 2 с чем-то миллиона взрослых граждан, это по 6 с чем-то лей с каждого. То есть все пенсионеры, все по 6 лей скидываются и будут выборы.